Сбой навигационной системы. GPS-навигатор увел с помощью автопилота самолет правее заложенного курса. Мы уходили на второй круг в связи с тем, что понял, что нас ведет правее автопилот. И во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я потерял сознание. Я сначала принял его за дымы, а оказалось, это был туман. Он стал причиной ухода на второй круг. Я не установил визуальный контакт с землей и принял решение ухода на второй круг. Во время ухода на второй круг полосу я увидел, но она была левее, чем мы летели. А должна была быть четко по центру.